Дорогие гости, уважаемые участники спартакиады, дорогие друзья! Республика Калмыкия сердечно рада приветствовать участников первой спортивной спартакиады студенческих отрядов Юга России. Сегодня у нас большой, красивый, интересный спортивный праздник. Тем более этот праздник проходит впервые. Мы очень рады, что подобный первый опыт проходит у нас в столице Седого края. Республика Калмыкия интересная, самобытная республика. Со своей особой историей, со своей особой ролью в истории российского государства. Но среди всех страниц этой большой интересной книги о нашей республике особой страницей, золотой страницей, конечно же, является спорт. Спорт студенческий, спорт особенный. Студенчество вообще интересная пора, наверное, лучшая пора в жизни каждого, кто прошел студенчество. Вы долго будете помнить и вспоминать свои студенческие годы. Годы, когда вы приобрели не только знания, вы приобрели новых друзей, вы приобрели опыт взрослой жизни, вы становитесь уже участниками взрослой жизни нашей страны. Особое место занимает спорт. Студенческие отряды, в данном случае сегодня, здесь, в стенах Калмыцкого государственного университета, уверен, проявят свои самые лучшие спортивные качества. Но какими бы ни были спортивные результаты среди вас, убежден, главное уже есть. Вы получаете самое бесценное, самое дорогое, что в жизни есть у человека. Опыт общения друг с другом, обмен знаниями, обмен интересами. Вы получаете новых друзей, возможность получить новых друзей, узнать новые грани дружбы. Самое главное то, что есть в нашей стране, это дружба. Дружба среди всех народов, всех наций, национальностей наших необъятной великой России. Мы очень рады приветствовать вас. Мы надеемся, что подобные спартакиады пройдут во всех уголках не только нашего Южного федерального округа, но и по всей стране. Сегодня спорту уделяется очень большое, серьезное внимание. Мы в Калмыкии занимаемся серьезной государственной поддержкой, свидетельством тому достижения в спорте. Яркие, интересные. Мы один из немногих регионов юга страны, которые имеют такое количество призеров Олимпийских игр, начиная с далеких 2008 года и завершая предпоследней Олимпиадой 2012 года в Лондоне. У нас есть яркие спортсмены. И самое интересное, и самое главное, что многие из этих спортсменов – это представители студенческой республики. Студенческие отряды – это интересная, хорошая пора в жизни каждого из вас. Это не только строительство, это и участие в воспитании подрастающего поколения. Это работа в разных сферах жизни и экономик нашей страны. И спорт является одной из граней тогда, когда сегодня здесь вы сможете показать себя с лучшей стороны. Я от всей души, от всего сердца желаю вам спортивных успехов, успехов в жизни, хорошего, приятного времяпровождения здесь. Мы постараемся сделать все, чтобы ваше пребывание у нас в солнечной Калмыкии запомнилось вам, чтобы вы уехали и увезли только самые яркие впечатления. Мы постараемся сделать так, чтобы на эти дни наша республика, наша столица стала вашим вторым домом. Белые вам дороги, успехов!